Ей, всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Денчик и Тучка. ОЛТВ, пацаны, поздравайтесь! Всем привет! Салам алейкум, братья! Ребята, кто ожидал увидеть серию по игре Roblox? Правильно, никто. Даже я не ожидал, это спонтанное решение. Поэтому, если опять кушать, приятного аппетита. У нас классный режим Scary Elevator. Его очень круто обновили, будем сейчас все смотреть. Погнали. Что? У вас тоже заставка? Да. Офигенно, да. Кстати, это первый раз, я еще такого ни разу не видел. Нас телепортировало? Да. Блин, я хотел сделать, знаете, что сделать? Закупить башмаки скорости. Я тоже хотел. Ну мы сейчас пойдем, потому что, знаете, почему мы туда пойдем? А мы сольемся. Да. А это потом. Это потом, да. Ребята, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если вы хотите на моем канале видеть не только Гаррис Мод, а еще другие классные игры. А какой монстр вы видите вообще здесь это или нет? Сиреноголовый. Да. А, я его только что видел. Он высокий. Ого, кабан. Есть, я затащил. Так, пацаны, у нас сейчас есть два варианта. Первый вариант. Мы должны слиться, а второй вариант мы должны найти сбегачку. Это Бенди. Кстати, я люблю очень Бенди, когда он убивает и Тучку. Ты говно. Это, кстати, Банди. Баг. А чё, Банди? Есть такой разве персонаж? Да. Юлит класс. Настрея класс. Если кто найдет сбегачку, говорите. Нашел. Я не скажу. Ты где? А где ты? Там где он появился. Ой. Так, я его вижу. Вот он бегает, челепиздри, хочет нас убить. Вот и сбегачка. Ну быстрей. Да блин, моя очередь. Моя. Я убежал. Да что я последний, если я первый. Да я же, фух, блин, чуть не всрался. Так, ребята, идемте покупать себе всякие причиндали. Я думаю, сейчас нам это очень нужно. Так, я хочу себе взять. А у тебя много вообще выживаник? У меня 152 смерти. У меня 548 survival. А нет, вот, коинсы, 24 800. У меня 8300. Ну это да. Да что я куплю? Все, что мне нужно, это сейчас скорость. Вы видели, какой там челепиздри хочет меня убить? Магазин. Идемте кассу обнесем. Это, кстати, новый этаж, вы видели? Так, и Тучка, какой сейчас будет этаж, угадывай. Это SCP. Правильно, я тоже бы угадал, потому что на стене написано. Потому что здесь... Молодец! Здесь место знакомое вообще. Так, а кто сейчас у нас тут? А, я вижу его. Доктор кто? SCP-990. Сбегачку где? За этим челиком, отвечаю. Ты думаешь? Где? А мы его повалили. Эй, не бейте его, он же должен нас убивать, по идее. А где сбегачка? А он лох какой. А я тут нет. Да блин, я умер. Дима, молодец. Ладно. Да блин, как-то затупил, я все-таки думал, там сбегачка есть, вы же сказали за ним, я ей наивный поверил. Есть, я выиграл, ладно. Дима, ты кто у меня есть, у меня Бонни. О, что это вода затоплена? Бассейн. Это что, Бакрумс? Это уровень с Бакрумс. О, классно, мои монетки. Кстати, эта скорость не такая быстрая, как раньше была. Мне кажется, это немножко замедлили. Там челепиздрик за мной бежит какой-то стрёмный. Да вижу. Никого нет. Да. А вот он тут бегает. Там какой-то скример, Nextbot какой-то, пацаны. Nextbot, реально. Смотрите, у чувака какая скорость. Вот такая должна быть пружинка. Раньше такая была. Все, я убежал, я буду здесь стоять. Где сбегачка? Я тоже снимаю сбегачки нигде? Ого, вы скины у всех крутые, тут вообще огурец вонючий. А кто это за монстр сейчас тут будет бегать? Слышишь, он орёт? А вот, какой-то псих. Маньяк какой-то, маньячело, пацаны, спасайтесь. Я в мишке каком-то. Так, сбегачка. Вот сбегачка есть пока. Где? Я сбежал. О, прикольная карта. Я помню. Вот сбегалка. Тут сбегалка есть, да. Где? А где? А там с левой стороны. А, нашел. Скорее всего, я сейчас умру. Я ж бежал. О, я сбежал, чувак стоял. А я сбежал, это было сильно. А то надо нажимать на нее? Не, просто встаешь и все. Ну что, пацаны, пора вам узрить скорость мою, которую я приобрел. Я нашел то, что я искал. Да ладно тебе, не плачь. Что, где ты? А у меня бархатные тяги. А я быстрее тебя. Ну ты быстрее. Да не, вроде наравне мы с тобой. Да, какие-то лапти. Это лапти какие-то. У меня классные лапти. Шлепки. Ну это красофаны, понимаешь? Это, ну, стиль. Так, пацаны, это что за рыцарь там стоит? Бледного меча. Может это кожаное лицо, нет? Опа. Кожаная жопа. Твоя? Ну что ты так говоришь-то меня сразу? Да я чуть-чуть. А ты лох. Эй, пацаны, вы знаете какие-то в Роблоксе еще классные режимы? Ну, я не знаю лично. Сбегалку нашел. Я уже сбежал. Я сбежал.
А что не могу сбежать? Вот, ну потому что рахитуй! Все, рот закрой. Все, пацаны, давайте встречаемся в лифте все. Я бегу. Я в лифте, вот я. Проводим. Я зашел. Так, полетели. Нифига себе скорость, ну вы мочите. Так, что это за карта знакомая? Где-то я уже видел это. Это с какой-то игры. Это 3008 из плейса. Я сломал только что какие-то коробки и упали кристаллы. Да, я их собираю, кстати. Спасибо, что ты мне не дал пособирать. Это, короче, SCP Икея. Ой. Нашел сбегал. Это тоже из режима Роблокса. Ну, блин. Ой, я буду выживать вот тут на качеле, я не буду сбегать, мне неинтересно. Где? А там горка есть, смотри, я там стою. Какая музычка стрёмно играет. А, так... вот, горка. А, вижу, доходим. Я упал вообще. Я к тебе. Давай, я на самом краешке стою. Только не скинь меня, пожалуйста. Я застрял. А, отлично, а что так быстро все произошло, ничего не понял. Давайте веселую музычку нам. Какая-то страшная. Ну да. Страшная, какая-то парашная. Страшная, парашная. О, опять. Вот, поехали. Он сейчас все-таки должен нас всех замочить. Блин, да вы задрали, у вас очень быстрые башмакеевы. Да блин, ты смотри. Ты сам. Опа. А, меня убили. Все? Так быстро? Опа, пошел урок опять. Он за мной бегает. Это агрессивный Соня, который мочит всех, кого видит. Я твои лапти перегнал, Дима. Что там делаешь? Мне не нравится, как ты это делаешь. О, отличная идея. А ты умрешь. Да ё-моё, ты тоже умер? Да, да, да. Ладно, башмаки остались. Классно, что предметы не выпадают. Ну ёкала-манекала. А, кстати, Денчик тоже умер. СЦП. Это сейчас будет дед, да, по идее? Или чумной доктор? Но дурачка здесь простою, а вдруг выиграю. Потому что чем больше бегаешь, тем больше он тебя мочит. Кстати, смотрите, никого убить не может, и это очень странно. Вот, убил. Убил чувака. Угу, голова А в комнату закатилась башка его. Его легко обманывать, кстати. Все выиграли, пацаны, мы молодцы. И музычка играет эпическая для меня. Почему дети? Ну, я вам подсказывал, как играть, видите, из-за этого выиграли. Опять поносливо. Да ты не говори так. Да это я случайно. Опять монету мою забрал, нет? Да. Пацаны, это Аннабель тут или что тут будет? Я уже не помню. Это что за фиолетовый? Это призраки из жопы будет какой-то? Да. Что за Чунгачанг? Чунгачанг. Ну реально какой-то стрёмный. Жопа фиолетовая. Жопа. Он сейчас убьет чувака. У него башка, видели, какая стрёмная? Он еще кричит. А ничего, что мы стоим все в одном месте, если он запринесет нам всем жопу? Ты предугадал это все. Есть. Че, никто не проиграл из наших? Никто. Вы тоже поразбегались, когда я спрыгнул? Да. Я его обидел. Ничего себе звуки. Он за мной, Дим, привет. Я вижу его. Там какой-то челик из ада вылез. Чада из ада? О, тут могила и написано «И тучка». А, я тебя запомню. Это если что. Гоню его в лифт, я ему в лифт загнал. Давай. Ты нельзя запрыгнуть. Чё ты обманул? А там можно было какой-то огонь, что туда можно было взаимодействовать. О, я иду туда, короче, мне кажется, там сбегачка есть. Там, блин, не успел. Умер Денчик. Мы же одна компания, мы должны все вместе тащить, мы не должны проигрывать. Он в крысу зашел за спиной. О, классная карта. Кстати, на это ни разу еще не играл. Это что-то новенькое. Все монетку пропустили. Это потом. А? На крыше посижу. Это демон какой-то. Нифига себе, как ты туда залез? Ого, за призрак морская морда. У меня в угол загнал. Я сейчас сдох. Ну все, прощай, Итучка, ты был хорошим человеком. Я чуть не умер, на волоске был. О, зелок, Диме. О, это сейчас будет убийца здесь. Маньяк Чаки вроде бегать. Он по лестнице лазит. Тут, ой, тут лучше я побегу. Ох, он там крышит всех. Вот это псих какой-то ненормальный. А, помогите. О, машина как Half-Life 2. Ой, у меня чикает. Тихо. Не, чувак, ты хороший. Но не до конца. Я вижу. Над ними же крестики белые. Отлично, я даже удивлен, что я не проиграл. Это очень странно.
У меня Бонни есть. О, как красиво обманывает, там Чилипиздрик с белым мечом бегает. Это кто? Это Дэн. Это Дэн, ты молодец. Вы с ним танцуете чамбу, а я танцую. А пока танцуете. Ладно, не. Он сейчас убьет Дэна просто, а нет. Да блин, о, прикольно. Мы тут не умрем, да? Нет, здесь мы сейчас все умрем. Чё за глаз ведь? О, глаз на меня смотрит. Вас тоже смотрит на вас? Не. А он на кого попало смотрит. Чё и полы плывут, блин, постоянно. Ой, я взял какую-то ачивку, кстати, у этого глаза. Это ложь, проснись. Чё за прикол? Первый раз такую карту вижу. Я у глаза беру и кристаллы, и какую-то ачивку взял. А как делать? Как брать? Просто я на него просто прыгну. О, музычка. О, прикольно. Танцуют все. Сердючка, что ли? Все, пацаны. О, ура, я сейчас умру. Я хочу. Моя точка. Хоп. Опа. Так, пацаны, что за монстр тут будет? Что-то не посмотрел я. Наверное, какой-то клоун, может? Вон, да. Башка. Какой-то нексбот опять. Я хочу, чтобы меня убило. Давай. А, я не запрыгнул. Дима, ты лох. Реально, кстати. А чё? С этим соглашусь. Поедем. Вы все умрете. А он не достанет нас. А чё он не запрыгивает сюда? А он лох. Смотри, сейчас убьет человека. Смотрите. Это Дэн. Вон, Дэнчик, давай, мы в тебя верим. Мечастый ты наш. Мне все равно не хватает эту штучку, блин. Это было легко вообще. И опять веселая музычка. Если понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Всем пока. А мы еще поиграем.